И вот хорошие новости для автовладельцев. В правила дорожного движения внесли несколько поправок. Теперь водители могут парковать машину вдоль дороги. Раньше эта норма считалась запрещенной. Также, если машину остановит инспектор, он должен немедленно подойти к водителю. Остановка без причины категорически запрещена. Что же касается документов, то согласно внесенным поправкам, доверенность для вождения не нужна, а вот запись в страховом полисе обязательно. Кроме того, новые правила коснулись и безопасности маленьких пассажиров. На переднем сидении автомобиля обязательно должно быть детское кресло, а на заднем достаточно специальных ремней и подушек.